А здрасте! Всем, друзья, приветуленьки! У нас продолжается Золотой Колос. И, друзья, я поимел небольшую наглость. Я промотал прошлый день. Я его не стал записывать. То есть, по факту, у нас третий день последнего тройника. То бишь, судя по всему, финал сезона. Почему я так сделал? Потому что в этот день я собрал урожай и засеял поля. И все. Как бы снимать это смысла никакого не имело. А, еще свинок повозил. Но это было на стриме. Короче, по факту ничего прям интересного не происходило. Все, что я сделал, я сейчас расскажу. Поэтому, в общем-то, простите меня, дуру грешную. В общем-то, погнали смотреть последняя серия. Че да как. Не забывайте про лайкусики. Если не подписаны, то подписывайтесь. Если не смотрели все предыдущее, кстати, вот сверху плейлистик на все сезоны. Рекомендую. И, в общем-то, погнали. Давайте, друзья, разберемся, что у нас вообще происходит для начала, что нам надо делать. Во-первых, у нас 5 часов утра, но чуть попозже я вам объясню, почему у нас именно столько времени. Обычно я начинаю чуть попозже, но да ладно. В общем-то, что произошло с момента последней серии? Во-первых, у нас, по-моему, тут были тюки льняной соломы. Я их, наконец-таки, все распродал. Немножко денег мы заработали. У нас 8,5 миллионов на балансе. Это, я вам скажу, не хухры-мухры. Это такая солидная сумма. Также в прошлый игровой день, который не записывался, я, друзья, собрал урожай сои со всех полей. На всех полях у нас росла соя. И сейчас этой самой сои у нас 812 кубов есть. Также, друзья, из таких вот по наведению порядка работ у нас, в общем-то, здесь было больше 900 кубов картофеля, и я продал немного картошки, то есть оставил вот, чтобы один склад был ей забит, а второй склад освободили. Чуть попозже расскажу почему. Также, друзья, по поводу наших животных. У нас состарились наши свинки и пришлось отвезти их на мясокомбинат. В итоге новых свиней я опять-таки не закупал. Будем смотреть, как у нас развиваются вот эти. Потому что есть 440 молодых, они сейчас тоже подрастут, начнут размножаться так потихонечку. Короче, хочу посмотреть, что из этого выйдет. Из плохих новостей, друзья, у нас коровник. Тут состарились коровки, и их тоже придется вывозить, но это уже потом как-нибудь. Сегодня этого не будет. Также на коровнике у нас уже, кстати, много навоза, и может быть имеет смысл немножко его раскидать на поля. Но это, друзья, тоже потом. По жрачке у них, в принципе, все неплохо. Отсутствует у нас трава, поскольку, так как мы подсоединили склад силосными башнями. Опа, инкубатор закончил работу, получены цыплят. Отлично, сейчас разберемся. В общем-то, вот этот вот склад, который у нас силосная башня на коровнике, мы его подключили к кормосмесителю, чтобы он отсюда мог брать силос. Он отсюда брал силос, но в то же самое время он туда скидывал моносмесь, потому что эти башни годятся для того, чтобы ее тут хранить. Ну и наш кормосмеситель работал до потери пульса, пока не закончились какие-либо ресурсы. Первыми ресурсами закончились у нас трава, потому что силоса у нас дохренища. На складе тюков соломы у нас тоже дохренище. Там и квадратных тюков еще завезли много. А вот трава закончилась. Надо будет траву сюда везти. В принципе, у нас есть поле с травой. Там уже трижды покошена трава. Сегодня покосим четырежды. Все это дело затюкуем и отвезем туда. Кормосмеситель, разумеется, запускать не будем. Кормосмеси у нас еще тут много. С коровками, в общем-то, понятно, да? По овчарне. Опять-таки, мы продали, точнее, вывезли на мясокомбинат всех старых овец. Тут сейчас вот уже продуктивные появились, подросли немножко. Наши старые, они будут размножаться, продолжать. Пускай размножаются. Есть 32 куба у нас. Нет, это навоз, этого мало. Шерсти 50 кубов есть, в принципе, можно ее переработать. Тоже смысл ее держать. Хотя, пускай лежит. Обычная шерсть, мало ли что, мало ли какой контракт или еще что-нибудь приплывет. Ну и по птицеферме, друзья, у нас были забиты бройлеры. Теперь у нас 71 куб мяса есть. Соответственно, новых бройлеров я завез. Вот они только что вылупились. Один поддон уже был. Вчера вечером вылупился, один сейчас. Курицы у нас тоже состарились. Соответственно, вот этих старых кур можно даже прямо сейчас забить на мясо. Они нам больше не нужны. Остаются только бройлеры и еще 2760 несушек. Но они, скорее всего, помрут завтра. Они как бы на день моложе. Точнее, состарятся завтра. Но мы их тоже забьем. Короче, два поддончика можно смело закидывать в инкубатор. Этим мы тоже сегодня займемся. Ну и 83 куба мяса у нас есть. Да, с бройлеров, конечно, больше получается. Ну, на то они и бройлеры. С птицефермой, в общем-то, тоже понятно. Далее погнали посмотрим наши заводы. Комбикормовый цех. Тут еды еще валом остается. Мы его не трогаем. Консервный завод не в нашей собственности. Мы ничего не заказываем. Мы его не трогаем. Кормосмеситель у нас выключен, потому что он нам, ну, трава закончилась, по насмеси до хрена. 60 кубов на заводе, все остальное лежит на
силосных башнях. Ну, пускай лежит, в принципе, не проблема. Маслоэкстракционный завод, друзья, у нас продолжал свою работу. Мы сюда в прошлой серии, получается, закинули подсолнечника, сделали из него подсолнечного масла. Оно остается в жидком виде и остается лежать. Мы его продавать не будем. Рапсовое масло 102 куба у нас переработалось из канолы. И еще осталось немножко льна у нас. Оно в льняное масло тоже перерабатывается. Вот эти вот два товара мы сегодня продадим, потому что у нас последний тройник, мы сегодня все продаем. Ну, завод остановится, будет стоять. Мебельная фабрика мы продали, избавились от нее, она нахер не нужна. Мельницу, друзья, я вообще не трогал. На мельнице у нас было дохрена товаров, типа крупы всякой, я ее перевез на склад, это сейчас покажу все. Осталось дохренище пшеничной муки, 1 700 000. И мы ее, соответственно, сегодня тоже продадим. Ее можно в большом количестве продавать, так что не проблема. Молочный завод у нас тоже не работал. Мясокомбинат, друзья. На мясокомбинат мы перевезли 1100 свинок, и у нас теперь здесь лежит 200, почти 7 кубов мяса. С овечек получилось около 60-70 кубов, если мне память не изменяет, с 800 штук. Со свинок получилось намного больше. Мясо это я тоже пока трогать не буду. Появится какой контракт, срочный груз. Ну, срочный груз, наверное, вряд ли. Разберемся, в общем-то, тоже попозже. В конце серии расскажу, что там дальше у нас будет происходить. Далее, друзья, сахарный завод. Он у нас закончил свою работу. Весь сахар я перевез на теплицы. Ну и тут пусто получается. Жмых, кстати, тоже весь продал. Жмых у нас, кстати, остался еще на это самое. Во-первых, отруби остались на мельнице, они тоже были все проданы. И жмых остался на маслоэкстракционном заводе. Я его, друзья, продавать не буду, пускай остается на корм. Хотя, может быть, заначку какую-нибудь сделаю. Пока пускай будет именно так. В общем-то, сахарным заводом у нас он тоже сейчас остановился, пускай пока стоит. Ну и, друзья, ткацкая фабрика. Хлопок у нас весь переработался. Лен еще 1 000 000 остался за сезон. Весь тот лен, который мы сгрузили, до сих пор не переработался. Я, скорее всего, друзья, прокачаю линию, когда будет такая возможность. Потратим немного денег, но чтобы... А хотя, может быть, и нет. Посмотрим. Проблема в том, что он медленно работает. Если делать хлопок, выращивать лен, эту сухую солому льна, ее на ткацкую фабрику можно было много продать. А так ее почти толком и не продашь. Если понадобится пряжа или что-нибудь, всегда можно сделать заказ на производство. Ну и хлебокомбинат у нас последний завод. Он у нас не в собственности, покупать его не собираюсь, поэтому от него толку нету. По теплицам, друзья. На восточном тут, короче, все зреет. И потихоньку у меня, кстати, до сих пор вывозится клубника на северные теплички. Тут у нас лежит 977 кубов сахара и клубника еще будет, ну, около 1 500 000 литров. Там все хорошо. Соответственно, грунт надо будет заменить на следующие разы, на следующие посадки. Ну и жидкое удобрение надо будет купить, потому что осталось по 400 литров. На той и на другой теплице надо будет обратно все это дело забить. Ну и, друзья, по складам. В принципе, настолько товарные склады интересуют. Во-первых, как я уже говорил, я с мельницы отвез крупу овсяную, крупу кукурузную. Это все у нас идет на продажу, это мы продаем. Также, друзья, было немножко у нас ржаной муки фасованной, 30 кубов. Я ее отвез на склад, пускай лежит, не хочу ее продавать, париться. Это я выполнял контракты как-то на стриме недавно. И остатки ржи я отвез на завод. То же самое было с остатками, там и лен оставался, и овес. Короче, лишняя вот эта вот вся крупа, я ее переработал. На этом складе у нас все лежит на всякий случай. Если понадобится какой-либо срочный груз, всегда можем отсюда что-нибудь взять. Хотя на самом деле здесь вон лежит выпечки почти 300 кубов. Хотя срочный груз один на нее уже был. Мы взяли 11 кубов, продали 10. Огурцы, баклажаны тоже пускай лежат, томаты. Это если срочный груз, точнее не срочный груз, а контракт какой-нибудь на консервный завод. Чтобы не выращивать потом это все дело, потому что мы занимаемся клубничкой. В общем-то, на складе все понятно. Ну и самое, друзья, что важное, это вот на одном складе у нас есть мебель. Дохренище мебели. И вот с мебелью, друзья, есть некоторые проблемы. И ее продать довольно-таки тяжело. В таком количестве. Если мы откроем цены, то мы видим три точки продажи. Всего-то 200, 243, 193. Короче, это геморрой на самом деле это продавать. Я не знаю, как оно будет обновляться. Поэтому я поимел наглость и, может быть, немножко считерил. Но, друзья, на мебель появился у нас хороший такой контрактик на 1 830 000 литров. То есть почти все это уйдет по контракту на ЖД-станцию. Получим очко рейтинга, хотя... Ладно, как бы это уже читерство. Но, в общем-то, продадим все за раз. В самую последнюю очередь сегодня. Также, друзья, кстати, выпал мне контракт на снабжение тканью. Один день я уже сделал, сегодня второй пошел, он на 3 дня у нас. Откроется ткацкая фабрика. Если я не забуду, то надо будет это тоже дело отвезти.
получить копеечку. Тут я его принял только потому, что два рейтинга. Денег мы на этом не заработаем. Но денег мы сегодня заработаем, во-первых, на мебели, во-вторых, на муке пшеничной и, конечно же, на клубнике. Ну и так еще по мелочи на всем остальном, потому что у нас и крупы есть, которые надо продавать, и... Ай, я ж забыл еще кое-что. Это же наши поля, друзья. Без этого никак. На полях у нас опять, друзья, растет соя. На всех, кроме 11-го. На 11-м поле у нас растет свекла. Эту самую свеклу я хочу сгрузить на склад, а сою продать все просто как зерно, тупо. Быстро собираем, быстро продаем. Если в прошлый раз мы собрали 800 кубов, сейчас минус одно поле, ну пускай 700 кубов здесь будет. То есть 1,5 миллиона литров соевые вот этих зерна, соевых бобов мы сможем продать. Ценник, конечно, прям не самый большой, хотя нормально, по 1200. Косяк в том, что 1,5 миллиона тоже продать геморройно. Ха, а что на Приозерском элеваторе так мало принимается? Ну, надеюсь, это... обновиться потом. А если не сумеем продать, то и хрен с ним на самом деле. В общем-то, денег мы заработаем сегодня до хренища, и наш баланс перевалит далеко за 10 миллионов. План работы вроде как понятен, но да, кстати, есть еще одно интересное. Почему уж все-таки я рано начал? Обычно можно было не начинать. Так рано, друзья, я замутил последнюю стройку. На ферме самая большая вот такая вот строечка у нас. Зерновые склады. Вот здесь еще получается 12, точнее не 12, 8 получается, да, 8 вот таких вот башен построить, которые у нас есть по 600 кубов, и у нас теперь будет супер большое зернохранилище. Или не 8, или 12. Да. 4 штуки по 3. Я не знаю, как это будет работать, не знаю, как это будет выглядеть. В итоге, в теории, точно так же, как вот те вот впереди стоят. Тут их 12 штук, то есть, ну, посмотрим. И, в общем-то, друзья, именно со стройки сегодня я и хочу начать. Поэтому погнали заниматься строечкой. Что, друзья, нам надо для стройки? Тут, в принципе, можно еще будет построить молочный завод, склад молока, но молочный завод я покупать вроде как не собирался и до сих пор не собираюсь. На хлебокомбинате склад муки можно построить, но я хлебокомбинат тоже брать не собирался. На мельнице склад муки не особо сильно нужен. Можно будет потом, когда будет свободное время, его построить просто абы было. Но это потом. На хлебокомбинате склад жидкостей тоже строить я не собирался. Ангар для техники возле рисовой фермы. Это мы построим, когда у нас будет рисовая ферма. Ну, до этого обновления еще далековато, поэтому сейчас этим заниматься я не собираюсь. Ну и, конечно же, ферма, зерновое хранилище. Это прям надо построить. Сюда надо будет привезти 100 кубов гравия. Песок вообще не нужен. Это мы сделаем легко и просто. 60 кубов бетона. Это, в принципе, мы тоже за автоматом у нас на автодрайве покатается. 50 кубов бруса привезем. Это очень неприятная цифра. Придется ставить нашего мана с брусом, а там 48 кубов у него вмещается. Ну и придется еще и Урал везти. В Урал у нас 2 куба оставшихся и поместится. Туда вообще 12 вылазит, но поставим Урала. И дохренища, друзья, стройматериалов. Столько контейнеров у нас нету, я, в принципе, их все просто тупо даже арендую, наверное, а потом мы их тупо сдадим. 5 контейнеров надо брать. В принципе, они у нас даже как бы и есть. У нас есть из свободных контейнеров 1 на 60 кубов большой. Есть у нас еще связка из 2 30 кубовых, которые у нас тоже под фуру заточены. Есть у нас еще JCB-шка с 30 кубовым, правда, он сейчас занят. Также, друзья, мы, кстати, продали мебельную фабрику, а на ней остался стоять вот контейнер и контейнеровоз. Правда, он забит комплектующими. Поэтому просто так просирать эти комплектующие, освобождать мне не сильно хочется. Он там до сих пор стоит, буду что-нибудь прокачивать, я его оттуда заберу. Поэтому проще всего, конечно же, будет арендовать эти самые контейнеры. Они недорого стоят в аренду. Вот стройматериалы дорого будут стоить. Но пускай катается. Итак, начнем, друзья, мы с бетона, потому что надо загрузить вот этого товарища, который у нас стоит в этом вот ангаре. Наша бетономешалка. Загрузить на поездки за этим самым бетоном. Я там уже переделал автодрайв, чтобы все прекрасно работало. И вроде как оно даже работает. Посмотрим. Я не проверял, конечно же, но в теории должно. Итак, загрузка бетона. И бетон у тебя точка выгрузки. И возишь ты бетон. Возит он, друзья, по 13 кубов. Ну и 5 поездок ему, разумеется, надо будет для этого сделать. Периодически придется, конечно, бегать на вот этот бетонный завод, чтобы обновлять это все дело. Потому что купить больше 13 кубов не получается, увы. Ну и это, в принципе, наверное, логично. Поехали ему первую партию сейчас купим как раз. Точнее, не поехали, а побежали. Бетон. 13 кубов покупаем. Он не сильно дорогой. Ну а последнюю надо будет купить ему 8 кубов, но я, как обычно, возьму 9. В общем-то, с бетоном понятно, пускай катается, надо будет только за ним лишь следить. Также, друзья, надо привезти 100 кубов гравия. Поэтому поехали. Хотя, что вам кататься со мной, тем более темно сейчас на улице. Поеду сам, съезжу, 2 прицепа надо вот таких вот взять. Просто привезти и высыпать на землю. Короче, одно мгновение для вас, и я уже все сделал.
Приезжаем мы на базу, и второй прицеп я уже везу с этим самым, с гравием. Насколько я понял, если я правильно посчитал, уже три раза отвезся у нас бетон. Сейчас он тут где-то на базе. А, он с другой стороны выезжает. Неважно. Тут сейчас у меня автодрайв немножко весь переделан, потому что основной выезд вообще был вот по этой вот дорожке, которая мимо автомойки. Но сейчас здесь появился здоровый какой-то кран, и он явно мешает проехать, поэтому там пришлось все переделывать. А потом придется возвращать все обратно. Но это неважно. Короче говоря, я привез гравий. Вообще немножко мотнул время, потому что бетонный завод открывается только в 6 часов утра. До 6 пришлось мотнуть время. Ну и вот и две поездки. Получается, 15 минут меня ушло на это все дело. Черт, как я же заехал. Нормально же все было. Гравий пофиг куда высыпать. Главное, чтобы он был в зоне. Я подумал, что здесь самое лучшее место. Для этого там, правда, аж скамейка перевернулась. Но это не важно. Во. Давай. Все. Высыпалось. Давайте посмотрим, чтобы все это дело у нас прихватило. Все нормально. 100 кубов и 1 лишний литр, как обычно я, разумеется, привез. Он здесь всегда фиксируется как 15 лишних литров, но это не важно. 39 кубов бетона уже привезлось. Сейчас он там, друзья, загрузится. Давайте этого товарища, в принципе, заглушим. Это он как раз и загружается уже. Давайте телепортнемся сюда. Что у меня со скоростью? Проблемы. Перестал работать мод на скорость. Внезапно. Ну ничего страшного, телепортнемся. Что-то... А, вот, все заработал мод. Как в меню вышел, телепортнулся, все заработало. Не знаю, с чем это связано. Иногда загрузка-разгрузка что-то как-то мешают. Черт, перепрыгни же ты. Так вот, короче, покупаем ему последнюю партию бетона в 9 кубов. Куб лишний будет, но это ничего страшного. Он не сильно дорогой. Гравий, кстати, тоже недорогой был. 11 тысяч всего ушлось на все это дело. Еще, друзья, кстати, 6 утра стрельнуло. В 6 утра у нас завоз грунта на садовом центре, поэтому надо, наверное, купить грунт. Правильно? Правильно. И можно даже отправить пацана его сразу возить. Обогащенный грунт покупаем по максимуму. Обычно завозят около 1 000 000. 850 тысяч сейчас завезли. Вот мы 850 тысяч покупаем. Еще 62 тысячи тратим. Соответственно, в 2 часа будет другой завоз грунта. Надо будет купить еще 350 кубов этого самого. Каких 350? Что-то я мало. 550, да. 550 кубов надо будет купить еще в 2 часа дня, когда будет следующий завоз. Сейчас же мы его покупаем. И возвращаемся обратно на базу. Значится, вот этого грузовика, которого мы использовали, мы сейчас обратно ставим в гараж, он нам пока не сильно нужен. Хотя вообще скоро понадобится. А вместо него поставим мана оранжевого возить грунт. Ему надолго, пускай катается, неторопливо. О, дружище, стой здесь. Можно было бы и этого поставить, но все-таки он нам скоро так или иначе понадобится. А вот этот у нас всегда занят грунтом, и сегодня у него не исключение. Выводим его вот сюда вот на дорогу, и сейчас мы его отправляем возить новый грунт. Как только он перевезет новый грунт, мы его отправим возить старый грунт. С теплиц вывозить, ну как это мы обычно и делаем. В 2 часа дня обычно он не успевает к этому времени вывести весь старый грунт, новый, старый и все это. В 2 часа дня мы закупим новый, отправим его возить новый, а потом остаток. Ну короче, все как обычно, что я вам тут рассказываю. Итак, давай с восточных тепличек грунт старый на садовый центр грунт старый. И возишь ты, как ни странно, тоже грунт старый, который называется отработанный. Бесконечное количество раз, все, езди, катайся. Я сказал, что вывозить старый, конечно. Грунт новый мы будем возить, что это я? Садовый центр грунт новый на ВТК грунт новый. И возить грунт новый. Натупил, бывает, извините. Короче, езди, катайся. А мы, друзья, возвращаемся к нашей стройке. Нам нужно еще привезти сюда брус и стройматериалы. С брусом, в принципе, все просто довольно-таки. Во-первых, вот этого товарища мы отправляем на товарные склады. Брус... выгрузка. Самая близкая точка. Короче, он едет туда, там мы его загрузим вручную. А сами же мы переносимся на товарные склады. У нас здесь стоит ман. Вот тут в гараже он стоит такой прекрасный весь из себя. Мы в него садимся, подцепляем к нему прицепчик и едем загружать брус со склада. 48 кубов мы сейчас здесь загрузим. У меня сюда тоже не проведен автодрайв, и как-то мне все лень это делать. Бруса у нас много, еще останется лишнего, но это с мебельной фабрики осталось. Потом как-нибудь мы от него избавимся за рейтинг. Просто так я его продавать за копейки сильно желанием не горю. Вот, загрузили, во-первых, кузов, и прицеп тоже загружаем. Дынь, погнал. Мне так нравится, как он здесь укладывается аккуратненько, вот этот
товарные вот эти вот все штуки, и поддоны здесь выкладываются и так далее. Во, загрузили. Ну и, в общем-то, чтобы самому не ехать, можно его отправить даже просто на базу. Да, просто даже на базу, пускай едет. То же самое, сюда приедет Урал, я его загружу. Ну и, друзья, еще дохренище нам нужно комплектующими поиграться. Я вот, соответственно, вот этот вот контейнер загружу. Также давайте мы возьмем еще в аренду 4 штуки. Будем даже цветом менять не будем. Просто вот так вот 4 штуки. 1, 2, 3 и 4. Берем. Я, в общем, как это доделаю, как перевезу. Так мы с вами и встретимся. Я думаю, уже даже светло будет. Денег, блин, уйдет на это капец, мне кажется. Но я, в общем, погнал катать стройматериалы. А здрасте еще раз, друзья. Я тут как раз вот привез все ресурсики. Видимо, задолбался эти контейнеры возить. Ну ладно. В общем-то, вроде как мы все привезли, поэтому давайте посмотрим. Ферма, строительство зернового хранилища. 300 из 300 стройматериалов. Есть 50 кубов бруса, есть 61 куб бетона, есть и 100 кубов гравия есть. Замечательно. В общем-то, вот этого товарища, наверное, имеет смысл отсюда отогнать. Контейнеры я вот сгрузил прям чуть ли не в кучу. Хотя они и так бы поместились здесь, неважно. Красный это вот арендованный, оранжевый это наш. Потом заберем. 8 часов начнется стройка, и мы его заберем отсюда. И брус я вот два грузовика поставил вот здесь вот. Они, в принципе, тоже никому мешать не будут, поэтому все будет нормально. А вот этого, наверное, имеет смысл отсюда отогнать, потому что сейчас, друзья, у нас будет уборка. Кстати говоря, насчет автодрайва. А, будет оно мешать здесь, видите? Хотя, на самом деле, это тоже не проблема. Удаляем вот этот вот промежуток и делаем временный объездной. Как-то вот так вот. Вот это вот дело мы соединяем, потом эти точки мы все постер... Черт, что за дерьмо случилось? Ладно, пофиг, потом подправим. Вот это дело мы тоже соединяем. Вроде как контейнеры прям мешать не должны будут. Ну, если вдруг будут мешать, мы об этом узнаем потом. И я это все переделаю, не проблема. Вот этого товарища нужно отсюда убрать, ибо он тоже мешает. Хотя, в принципе, можно его в кусты поставить, да и все. И в 8 часов утра, через час 5 минут, у нас начнется, друзья, здесь стройка. Когда она начнется, я, друзья, всю технику отсюда тоже поубираю, чтобы не мешало, контейнеры поздаю, и все будет по красоте. По-моему, она длится будет 6 часов, если мне не изменяет память, если мы еще можем... Нет, здесь уже не написано. По-моему, 6 часов. То есть, вообще, сегодня мы увидим эти новые хранилища в этой серии, потому что там работы у меня больше, чем на 6 часов осталось. И, в общем-то, с этим... Все понятно. Друзья, впереди у нас уборочная. На данный момент созрело только два поля больших. Я убираю их. Потом, если надо будет, то, ну, мотаем время. Я убираю остальные поля. И потом мы с вами встречаемся для небольшого отчетика. А потом будем заниматься продажей. Правда, продажей я начну заниматься уже сейчас. Всю мелочь, типа круп, я сейчас начну распродавать. Крупы, масла, вот эти вот, то, чего немного. На чем мы сильно много не заработаем. Под конец оставлю... клубнику, сахар, муку и мебель. Потому что этого всего дохренища, и там уже потом интересно будет смотреть за балансом и все такое прочее. Плюс там надолго это все кататься. Ну и, в общем-то, друзья, встретимся тогда через хрен его знает сколько часов, а для вас просто мгновение. А здрасте еще раз. Друзья, у нас почти 12 часов дня и на балансе 9, почти 10 миллионов денег. Что вообще произошло за то время, которое я в наглую вырезал просто из этого видоса? Во-первых, друзья, у нас убрались все поля. Сейчас на всех полях убран урожай, я этими полями... заниматься сегодня и в этот игровой день, наверное, вообще не буду. Когда-нибудь потом узнаете почему. Также, друзья, я продал все, чего было немного у нас. То есть льняное рапсовое масло там по 100 кубов было, 200 кубов крупы овсяной, 500 кубов кукурузной крупы. В общем, да такие вот мелочь все это. Мы за это заработали 1,5 миллиона денег. Также из расходов, доходов, что у нас? Доходы от продажи урожая. У меня сейчас грунт вывозится. Что-то я вчера 580 тысяч на урожай. Это что такое? Вообще непонятное, ну ладно. Через 10 минут, друзья, у нас пишутся деньги за амортизацию недвижимости. Не знаю, сколько тут будет, с учетом того, что последние дни заводы стояли, ну, может, 1100 каких спишут. Ну, не 500, короче, как это обычно бывает, когда все заводы работают. И, в общем-то, что мы собрали с полей? С полей, друзья, мы собрали, опять-таки, примерно кубов 700-800 сои и 586 кубов свеклы. Сои это со всех полей больших, а свеклы с нашего самого маленького 11-го поля. В общем-то, эта свекла у нас будет лежать на складе на всякие нужды. И пускай лежит. Трогать я ее не буду. На сахар будем выращивать другую потом. Также, друзья, я затюковал нашу вот эту вот полянку, но тюки не вывез, и технику отсюда я тоже не убрал, потому что тут было 4 слоя травы, и она вся вот как-то...
так себе и затюковалась. Надо будет вот эти вот самые тюки сейчас пособирать, и потом еще раз волковой жаткой сзади на Follow Me проехать с тюковщиком и дотюковать вот эти вот оставшиеся горочки. Потому что я жадный, вы все это прекрасно знаете. Траву оставлять здесь нельзя. Хотя, с другой стороны, она потом соберется когда-нибудь. Ну, в общем-то, ладно. Пускай соберем все нормально. Надо делать все сразу по-человечески. Также, друзья, кстати, да, у нас запустилась стройка, если кто не заметил по звукам. На данный момент выполнено, наверное, около 50%, судя по времени. Да, 48%. В общем-то, в 4 часа дня она закончится. Если я не успею до 4 часов дня доделать всю оставшуюся работу, которую я запланировал на эту серию, то, соответственно, сегодня мы увидим вот это вот самое зерновое хранилище. А если успею, то, может, и не увидим. Но, что нам осталось, друзья, сделать? Вот это я все, конечно, за кадром сейчас сделаю, когда запущу всех работать. Нам, друзья, надо попродавать все оставшееся барахло, которое у нас сегодня запланировано на продажу. Я, друзья, простите, уже на другой день это все записываю сейчас. Поэтому то, что я говорил до этого, или могу, в общем-то, про что-нибудь забыть и про что-нибудь не сказать. Да, кстати, по поводу сои, я тут посмотрел цены, штудировал на сою и вместимость, что самое главное. Где соя? Тут, как бы, знаете, не так уж и много ее можно продать, поэтому, с учетом того, что у нас 1,5 миллиона, я хочу опять-таки все продать, то да, у нас опять-таки появился контрактик еще и на сою на 1,5 миллиона кубов, точнее 1500 кубов, 1,5 миллиона литров. И мы это тоже потом сбагрим именно по контракту. Классно же, правда? Мне вообще нравилась именно в 17-й ферме система. Контракт берешь, под него выращиваешь, классно было, а не ждешь у моря погоды. Но народ захотел как на дорогах Кавказа, поэтому имеем то, что имеем. Так вот, погнали тогда на клубничку, точнее на теплички, я ж там все приготовил уже. А чё скорость не меняется? О, клавиатура отвалилась, бывает. Так вот, я, в общем-то, пригнал сюда всю технику, которая у нас будет заниматься доставкой клубники. Да и вообще доставкой. Во-первых, я надыбал еще один контейнер, вот такой вот оранжевый, у нас теперь два будет ездить. Этот контейнер стоял на мебельной фабрике, я его оттуда стырил, перегрузил в другой комплектующее, которые в нем лежали в двойной, и, в общем-то, он с оранжевым маном тоже будет кататься. В общем-то, два контейнера по 60 кубов у нас будут ездить. Также, друзья, у нас будет ездить вот такой вот ман на 48 кубов, GCB-шка на 30 и Урал. Вот эти вот товарищи уже загружены, потому что вот эта вся клубника не влезла на склад. Единственное, друзья, одну ходку надо будет GCB-шки вот этой сделать на ткань. У нас есть снабжение на ткань выпало. Это уже не я, это игра сама. Вот оно, ткань. ЖД-станция, бокс номер 6. Вот как раз 30 кубов нужно туда отвезти. У нас уже открылась наша ткацкая фабрика. Поэтому, увы, надо поменять загрузку-разгрузку. Вот, на одну ходку мы вот это вот все дело отправляем, он съездит, а потом я его поставлю на клубнику. Ну, а всех остальных вот этих вот чертей мы, конечно же, ставим продавать клубнику. После этого, друзья, я поставлю их продавать сахар, просто поменяю здесь вот на сахар, потому что сахар у нас лежит на этом же складе, и продавать мы его будем на тот же самый молочный завод. А также, так, вот этот товарищ тоже у нас поедет, все поедут. Всех ставим выгружать. Вот, в общем-то, они покатаются, и мы с вами тогда встретимся подвести опять-таки итоги. На самом деле все вот эти вот 5 единиц техники, которые у нас сейчас здесь катаются, имеют общую вместимость в 210 кубов. То есть одна ходка — это сразу 200 кубов продано. По сути дела, чтобы продать им весь вот этот склад, нужно будет съездить раз 12. Это не так много, ездить здесь не так далеко. Поэтому встретимся мы, скорее всего, довольно-таки скоро. Сейчас 12 часов дня. Сколько у нас? Давайте, чтобы запомнить. Доходы от продажи продукции 1,5 миллиона. Будем отталкиваться от этой цифры, чтобы потом можно было посмотреть, сколько мы заработали денег на сахаре и сколько мы заработали денег на клубнике. Потому что клубнику посмотреть будет просто. Это у нас будет доход от продажи урожая. Только я его что-то как-то не вижу. Вот, доходы от продажи урожая. Сейчас 3000, там грунт продается. Я думаю, что там не сильно повлияет, потому что здесь ценник будет что-то около 5 миллионов, чуть меньше. Вместимость там везде у всех есть, поэтому на молочном заводе там 3 миллиона литров вмещается, поэтому все прекрасно. Они катаются, продаются, и мы с вами еще раз встречаемся. Слушайте, а тут где-то вот монетка спрятана. На универмаге-то. Видимо, вот здесь, да? Нет? А, тут еще выше можно подняться. Вон она где. Бздынь, 58 штук осталось собрать. Короче, друзья, всем приветули еще раз. Прошло около 2 часов, и у нас едет последняя партия сахара. Так получилось, на самом деле, странно, что молочный завод, там, где было дохренище вместимости,
он был забит полностью. Возможно, через 9 минут там бы все обновилось. На последнюю партию буквально не хватило, поэтому два грузовика были отправлены на консервный завод. Один из них уже даже едет обратно, и туда сейчас еще едет Урал-Бортовой. Сейчас он туда приедет, там разгрузится. И три грузовичка было отправлено, а вот он, кстати, и разгрузился. Три грузовичка было отправлено на универмаг. В общем-то, тут они сейчас тоже все разгрузятся, я надеюсь, без приключений. А то, честно говоря, эта точка, особенно вот для двойной сцепки, еще ни разу не проверялась. Ну и, в общем-то, сейчас мы посмотрим, что тут да как. Первые два едут заполненными, этот последний контейнер, в нем 47 кубов, он не полный. Но это на самом деле не важно. На балансе у нас меж тем почти 16 миллионов денег. Охренеть просто. Ну, сейчас, скорее всего, будет 16 миллионов. Так, ты разгружаешься, ты молодец, в тебе я не сомневался на самом деле. Сомневаюсь вот в этом мане. Ну, ладно, он тоже должен. Теоретически, точка далеко стоит. Она вообще за мебелью стоит, если что. Но это не важно. Так, 50 тысяч у нас прилетело с контейнеров 30 кубов. О, вот этот тоже пошел разгружаться, молодец. Нормально, разгрузится, все нормально с ним будет. Еще 40 тысяч привалило нам за кузов. Сейчас еще 40 тысяч привалит за прицеп. И еще 1060-70 привалит за этот контейнер. Ну, крутота же. Денежки, денежки, денежки. Денежков много. Вроде как все это должно сюда влезть. Если я там правильно все посмотрел. Да, 40 тысяч еще те же самые за прицеп. Все, давай, шуруй нахрен отсюда. И контейнер сейчас разгрузится, и все будет классно. Они сейчас поедут на теплицы. Ну ладно, соберем их там всех кучу и перенаправим в другое место. А сейчас, друзья, посчитаем, подведем итоги, сколько там чего у нас продалось, сколько денег получилось. Да, кстати, я, друзья, собрал все тюки, прошелся там, завез их на коровник. Склады тюков, коровник. И здесь у нас склад круглых тюков. В общем-то, как ровненько-то получилось. Две части по 252 куба. Итого 504. Прекрасно. Ну и 16 миллионов денег у нас на балансе, что тоже круто. В общем-то, по нашим доходам. Доходы от продажи урожая. Это клубника 4,6 миллиона. Неплохо. И сахара там было чуть больше, чем полтора. Но еще полтора, 1,8 миллиона мы на сахаре подняли. Тоже хорошо. Сейчас, друзья, стукнет 2 часа дня. У нас, кстати, на теплицах возится грунт. С восточных тепличных грунт уже отработанный весь забрался. Ну и с северных уже половину вывезлось. Соответственно, в 2 часа дня будет новый завоз грунта. Я куплю и отправлю его возить именно обогащенный грунт. Ну и следующим у нас поедут работать друзья, которые будут возить... Точнее, все те же друзья-то и будут работать у нас на мельницу. Они поедут. Здесь у нас лежит 1,7 миллиона литров муки пшеничной фасованной. В общем-то, сейчас продаем ее и еще раз с вами встречаемся. Итак, друзья, у нас прошел еще один час, даже чуть больше. Но на самом деле, реального времени могло бы пройти чуть меньше, если бы я мотал время. Все дело в том, что я очень быстро забил этот склад, и мне пришлось все вот эти грузовики катать и в порт, и в универмаг, и на ЖД-станцию. Но на ЖД-станцию, ладно, еще близко, а порт и универмаг на другом конце карты, в общем-то, они туда довольно долго ездили. А в 3 часа обновилось, здесь можно опять 1,5 миллиона литров привезти, но уже ладно. В общем-то, сейчас вот эти вот товарищи, три грузовика, последние ходки делают. Я, друзья, для ускорения этого всего процесса еще автогруз решил использовать, потому что он сразу моментом разгружается и едет дальше. А без него он там стоит, и, ну, в общем-то, вы знаете, как это работает. И сейчас вон еще последний грузовичок, где-то там вот он на горизонте уже должен быть. А, он из-за угла сейчас выйдет. Короче, он 20 кубов муки пшеничной уже везет. И, в принципе, у нас на балансе уже 18,5 миллионов денег. Это же охренеть, сколько много. Жалко, что нельзя их конвертировать в реальные бабосики. Ну ладно. Если мы, друзья, посмотрим финансы, то доходы от продажи продукции 5800, а было 3300. То есть 2,5 миллиона мы подняли просто на муке. Ну, последний я сейчас, последнюю ходку я в расчет не беру. То, что сейчас еще 20 кубов высыпется, это, знаете, в пределах погрешности. Где он там, кстати? Едет, разгружается. Ну и, в общем-то, друзья, у нас остается продать всего лишь два материала. Я думаю, что вряд ли они за час справятся. Это, друзья, два наших контракта. Мебель и соя. В принципе, их можно будет запустить одновременно. Я вот за ними буду следить. Понаводил я немножко еще порядки на карте за это время. Грунт у нас, кстати, возится, все с ним хорошо. Я купил свеженький, все прекрасно. Я тут сделал так, что все эти товарищи, кстати, уже поехали за мебелью. Единственное, им там немножко мешает Урал.
Вот он здесь стоит, просто хотелось создать какую-то очередь, что ли. Вот они все уже приехали, прямо вот так вот сразу. Ему достаточно просто его вот запустить. Тут уже все, везде автодрайв у всех настроен. Они все молодцы. Там тоже автогруз, чтобы быстро все работало, чтобы быстро все загружалось. В общем-то, этих товарищей отправляю. Урал будет первый, потому что он в теории самый медленный. Чтобы они очередью катались, по карте не разбрасывались. В общем-то, пускай они ездят друг за другом. Так будет лучше. Хотя, может, Урал и не самый медленный. Но он самый маневренный здесь. Повороты быстрее всего проходят. И, друзья, параллельно с этим я, наверное, еще отправлю возить сою, товарищи. Есть у нас три вот таких вот грузовика. В принципе, их даже есть и 4. Еще зерновоз есть, который может сою возить. Но он занят грунтом, я не хочу его трогать. Поэтому вот этих товарищей, у них уже тоже все настроено, потому что я молодец, успел все подостраивать заранее. Мы их сейчас просто вот так вот вывозим на дорожку. Вот так вот бздым. Погнал. Берем еще второго красненького. Я не знаю, кто из них быстрее будет ездить. Которые тяжелые маны или нет. Потому что у него вроде как скорость максимальная больше у белого. Но он лошадей меньше. Вроде как на разгон времени. Хрен его знает, короче. В теории загруженный будет ехать быстрее вот эти вот тяжелые маны. А пустой обратно должен ехать быстрее именно вот этот. Как оно будет на самом деле, никто не знает. В общем-то, я их отправляю, буду за ними потихонечку следить. А мы, друзья, уже встретимся с вами. Но я думаю, что еще час у них на это уйдет. Я тут как раз успею досмотреть серию сериальчика. И мы с вами тогда уже встретимся, подведем итоги сезона. И я пойду наконец-то спать, потому что у меня час ночи. Но я хочу вот за сегодня все завершить. Потому что вот хочется мне. Так что да, встретимся чуть позже. И, друзья, прошел у нас еще один час, и прям как-то ровень вровень товарищи, которые сейчас катаются, выполняют контракты, заканчивают эти самые контракты. Во-первых, первым заканчивается контракт на мебель. Вот так вот, бздынь и... Ну, давай. А, еще 190 литров, твою мать. Ну, там сейчас Урал приедет, там еще 6 кубов мебели осталось. Ладно, мебель у нас не заканчивается, зато соя заканчивается точно. Перемещаемся, друзья, в порт, и вот он как раз едет. Не Урала, я сказал Урал. А, Урал везет мебель, все правильно. Что-то я, простите, туплю 2 часа ночи. На самом деле соя еще не последняя, там немножко ее осталось. То ли я неправильно что-то посчитал, то ли непонятно, как так вышло. Но неважно. Контракт, друзья, мы сейчас, смотрите-ка, закончим вместе вот с этим вот парнишей. Он сейчас выгружается, и контракт выполнен. Остальное они просто привезут и продадут. Но важно не это. Сдынь. Давай, друг. Хоп, контракт на поставку выполнен, остальное выгружается, а почему не показало, сколько денег мы за это получили в сумме? 227 тысяч, но там на самом деле ладно. Мы, друзья, можем посмотреть и статистику по деньгам. Так, доходы от продажи урожая 6600, ух ты, какое число интересное. 4,6 миллиона у нас было за клубнику. Соответственно, ну, 2 миллиона примерно мы получили за сою. Вполне себе неплохо. В принципе, сою пускай едут, оставшуюся продают. Погнали смотреть, что у нас там по мебели. Не мог я, друзья, дождаться, пока он доедет. В общем-то, перехватил его и сам решил доехать. Выгружаем вот сюда вот это все дело. И контракт на поставку товара мебели выполнен. Опять не показало, сколько мы денег заработали. Но, в принципе, там можно было 1 413 000. Что-то непонятные цифры какие-то. На самом деле 4 миллиона мы заработали с мебели. 4 146 000, если быть точным. Но это не важно. Итак, друзья, давай, друг, едь на парковку. Ты сегодня потрудился на славу. У нас все, в общем-то, едут на парковку. Еще 10 кубов сои осталось продать, последнее. И тут, в общем-то, можно подводить итоги сезона и карьеры в целом. Что мы, друзья, заработали за все время? За сегодня мы только подняли, кстати, 16 миллионов за один день. Вот такая вот у нас сегодня распродажа прошла. Ну, в общем-то, прошло у нас в этой карьере 65-й день идет. 65 дней прошло реальных, ну, точнее, игровых, но и реальных тоже много. Если мы откроем статистику, 30 контрактов у нас выполнено. Не очень много, но впереди поупарываемся. Количество животных это можно не смотреть. Кто-то дохнет, кто-то новые рождаются, появляются. Тут плавает. Задания на полях, друзья, 658, и их уже больше, увы, не будет.
Или, к счастью, обмолоченная площадь 1882 гектара – это чисто наши поля. Контрактные здесь не считаются. Время в игре 661 час в этой карьере у нас получилось. 26 собственных объектов – это имеются в виду территории, купленные. Ремонт общественных объектов 7 – это понятно, тут всегда их было 7 и будет. Сделки с монетами у нас была одна. В наличии монет 33 и не найдено 58. Но, в принципе, мы за этим не охотились. Аварий заводов у нас, слава богу, не было. Езда по чужим полям. Я не езжу по чужим полям, поэтому все нормально. Ну и железнодорожных нарушений тоже не было. Вообще эта штука пока что не работает. Если мы откроем карту, то у нас выкуплено примерно полкарты. Из заводов, что хотел купить, я все купил. Из полей вроде как этого всего хватало. Плюс все животные. И в общем-то все у нас хорошо. И скоро, друзья, не успели мы в этом прохождении посмотреть на паровозики, увы. Но они скоро появятся, мы на них потом как-нибудь обязательно посмотрим. Плюс еще рис завезут, сады. В общем-то, тут еще будет обновление, будет во что поиграть, друзья. Но эта карьера конкретно, это заканчивается. Я имею в виду видео, которое выходит по этой самой карьере. Впереди, и кстати, довольно скоро. Потому что я сейчас наперед этих серий позаписывал, я еще успею и отдохнуть и все такое. У нас пойдет карьера на этой карте с сезонами. Скорее всего, это не точно, но на сегодняшний день, а сегодня у меня 19 апреля, а вы смотрите, скорее всего, уже лето наступило. На сегодняшний день у меня в планах после этой карьеры запилить карьеру с сезонами на этой карте. Потому что, ну, не могу я найти на данный момент какую-то карту, которая мне бы понравилась. Потому что разработчики Золотого Колосса, они такие вот нехорошие люди. Сделали хорошую карту, и теперь после нее не хочется играть ни на каких других. Также между этими карьерами я буду продолжать играть на этом сейве. Будут у нас стримы по нему, но тут, по сути дела, сильно упарываться не во что. Будем просто собирать деньги. На самом деле, деньги уже не проблема. Наверное, за эти 24 миллиона мы сможем купить вообще все на этой карте, все, что нам надо. Технику обновлять я смысла никакого не вижу. Тремя комбайнами все прекрасно убирается. Можно купить 10 комбайнов, но одновременно их запустить работать все равно, ну, такое себе. Минимально технику надо будет, конечно, обновить. Я к чему говорю? Карьеру, вот стримы, которые продолжались последние вот эти вот месяцы, это вот все, что было после этого. Да, вот так вот оно все не связано в хронологическом порядке выходит. Но уж простите, сейчас наступают теплые деньки, уже будет хотеться больше времени проводить не за компом. А то последнее время что-то я вообще упоролся, спонсоры не дадут соврать. Я вот эти ролики штамповал как проклятый. С учетом того, что у меня на эту серию ушло 3 вечера. И все последние это примерно то же самое. В общем-то, тут на самом деле есть еще чем позаниматься. Кстати, закончилась же стройка, я же забыл про это сказать. Давайте ее посмотрим. Вот такое вот зерновое хранилище у нас появилось. Теперь оно здесь такое вот красивенькое. С техникой, друзья, я разберусь чуть попозже уже. Как я сказал, я буду продолжать играть. В принципе, для спонсоров будет это все дело на стримах выходить отдельных. Будут, в общем-то, проходить стримы. Не знаю, как это будет связано, не связано. Было это связано и не связано. Чуть больше информации по этому прохождению, разумеется, будет для спонсоров. Потому что они молодцы. И с ними будем развлекаться. Так что, друзья, как-то так. Я обычно, когда карьеру заканчиваю, я продаю все. Но я еще буду играть. Поэтому все подчистую продавать смысла не вижу. Ну, можно еще пару миллионов на технике поднять и еще пару миллионов на участках. Да, не пару, на заводах там по полтора, по два будет выходить, но это не важно. В общем-то, с полями поразвлекаемся, я еще не знаю, есть у меня мыслишки насчет точного земледелия, может подключить опять почему-то. Вот что-то вот хочется, не знаю почему. Ну, а впереди, друзья, карьера на этой же карте с сезонами, так что... Она, правда, скорее всего, будет выходить на стримах и, так, отчетные ролики. Потому что снимать все это дело я, честно говоря, не очень хочу. Я не представляю, сколько времени на одну серию будет уходить и что в эту серию должно будет входить. Более с учетом масштабов наших владений. В общем-то, посмотрим. На этом, друзья, в общем-то, эта карьера официально заканчивается. Цикл серии, сколько там, получается, 4 сезона, почти 50 роликов вышло. Не знаю, пишите в комментариях, понравилось вам это все дело или не понравилось. Что понравилось, что не понравилось и так далее. Спонсорам, разумеется, отдельные спасибочки. Не знаю, что там у нас сейчас для спонсоров выходит. В общем-то, если кто-то хочет поддержать канал не просто лайком, а еще и угостить меня кофейком, который я не пью, но это образное выражение, то, в общем-то, добро пожаловать. Там много, ну, по крайней мере, было так точно, всякого эксклюзивного контентика, да и так, всякие плюшечки вроде как есть. Тяжело, знаете ли, вот сейчас в апреле
записывать и что-то говорить, зная, что это будет только в июне в лучшем случае. Но что поделать, не мы такие, жизнь такая. В общем-то, всем огромное спасибо за просмотр, за всю эту карьеру. Как по мне, она была классной, мне удовольствие доставило. Видите, уже огоньки горят, скоро будут паровозики. Хотя я вроде как там вставочку должен был сделать. Возможно, паровозики на самом деле уже вышли миллион лет назад, но я их просто вот сейчас жду и не могу дождаться. Паровозиками мы сегодня намного быстрее бы все распродали, и все было бы намного веселее. Ладно, друзья, в общем-то, еще раз всем спасибо и всем покаки.